Всем привет, с вами Мега Сириус 12, мы продолжаем проходить игру Far Cry 3. Ну, как вы уже, наверное, поняли, сейчас мы будем выполнять миссию по доставке лекарств. Погнали. Немного вот заносит этот скутерок, но, в принципе, пока прямая. И после тест-драйва там управление жестче. Правда, я там вот по кустам и горам редко езжу, но я столько стоит. Не, блин, все равно жестко какая-то. Вот если на камень наедете, вообще пипец. Давай, давай, по воде, ништяк. Ну, вроде нормально. $11? 200 же должны были дать. Что это такое? Бросаешь вызов? А что сделать нам? Это можно. Гонки, вода и песок. Так, короче, это можно бабло себе поднимать. Но поверьте, бабла нам и так будет хватать. Сейчас вот эти задания начнем выполнять, так что перемещаемся сюда. Вот я не знаю, с чего начать, с охоты или с убийства пиратов. Хотя и то придется снимать, но все-таки. Ладно, выходь. Дверь-то где? Так, вижу, тут, кстати, есть ящичек. Да, походу, не один. Можно, кстати, двери открыть. Но пофигу. Так, и вот тут еще один, но надо на лестницу залезть. А, вот он. Все, лады, так. Теперь у нас задание, да? 3 штуки. Ну, убийство пиратов тут больше, начнем с них. Окей. Куда идти-то? 200 метров. Ты что, с ума сошли? Тачка, вперед, топ-гир. Свиньи, собаки, иди мне. Собаки, если я вас задавлю, извините. Кстати, мне, по-моему, кожа свиньи была нужна, но ладно, хрен бы с ним. Она не проедет ведь, да? Ладно, не будем топить тачку, хотя попробовать определенно стоило. А, нет, не стоило. Главное, чтобы нас не цапнула акула какая-нибудь. Пиратов я уже вижу. Кто из них кто? Остальные-то где? И неужели он нас не видит? Блин. Глупо промазал. Не, реально глупо. Я же не знаю, кто из них кто. Не, ну в принципе можно и внешнее как-то отличить. Так, вот это точно не главарь. Ай-яй-яй. С дробовиша. Как там падла? О, как я угадал. Но тут еще один. Иди сюда. Стреляй, блин! Замочит же! Да тупой! Джейсон, ты идиот, баклан, я не знаю, как еще сказать. Ну как можно с 2 метров со снайпы, пусть даже без прицела, не попасть, а? Причем я прицел навел, он красным загорелся. Я не знаю, что ему надо было. Лечись, блин. Балбесина. Ну, он бесит такие тупости в играх, конечно. Не, ну я, конечно, тоже молодец. Ступанул с первым пиратом, он спалил нас. А, выполнено? Да ладно. Хм, интересно. Ну и хрен с ним тогда. Выполнено, и ладно. Правда, трупы не обыскали. Навыков нет, но опыт уже почти нам дали.
Рыбаков, да ладно, убью я их. А сейчас где? Сейчас где-то внизу. Не, наверное, лучше колеса взять. Но, по-моему, в первой миссии мы туда поехали. То есть это разные миссии, не одна и та же. Давай, погнали. Го-го-го. Как говорят школьники. Так. Ах, блин. Самая удачная идея. Это не вот эта миссия, где они на другой стороне. По-моему, это. Ну, сейчас их благо видно всех. Так, вижу троих, но не вижу главаря. Ладно, убирай. Убирай. А, вот он, наверное, да? Даже не спалили ничего. Вот и все. А, нет, он еще жив. Не, ну вообще снайпа в этих делах очень полезная. Ага, да. Вы меня заметили. Получил. Ну, а того, увы, надо с ножа гасить. Так что давайте сначала навык какой-нибудь возьмем. Что у нас есть, кстати? Паук. Падальщик. Ботаник. Опытный пловец. Нет, это все мне не критично важно. Тут у нас что, бронированный. Адреналин улучшенный. Первая помощь. Нет, пока это мне все тоже. Стрельба навскидку. Ну, не очень нужно. Убийство, дайте убийство сверху возьмем. Потому что любые. Эти навыки с ножом, они нам очень пригодятся не только сейчас, но и в дальнейшем. Да-да, давай, стреляй. А ты думал, я с тобой в игрушки играю? Педрила ёбаная. Давайте сейчас попробуем затестить нашу эту. Не. Не смогли затестить. Хотел на камень залезть и убийство сверху сделать. Бумажник полон. Ну, прекрасно. Прям вообще. Кстати, тут я вижу реликвии есть. Все, конечно, я собирать не буду, но... постараюсь собрать большую часть хотя бы. Но их просто слишком много, я считаю. Это только один остров. Я даже не помню, есть ли они на втором... по новому списку. Ну, например, на первом 120 и на втором 120. Или это на оба острова 120. Но даже на оба острова все равно как-то многовато. Так, где еще двое-то? Вот один. Ну, а у тебя-то что? Боеприпас хоть возьми. Так, и... по-моему, еще один был. Трупак. Ну, нет и нет. Ничего там важного. Давайте-ка лекарства сейчас изготовим. Как у нас навык больше не дали? Нет, пока. Создание предметов. Снадобье. Ну вот, сумку забили. Также вы часто пишете, делай чехлы на оружие. Разумеется, я знаю, что надо сделать чехлы на оружие, чтобы таскать с собой больше стволов. Но я пока не спешу в ту область, где водятся именно те звери, которые нужны для... ну, шкуры которых нужны для создания чехлов. Поэтому я пока не спешу с этим. Давай, Джейсон, быстрее плыви. Сейчас акула тебя за жопу цапнет. Весело будет. Так. Что у нас еще? Лось. Блин, да сколько этих заданий-то? Ладно. По мере
прохождение будет. Как я уже говорил, возможно, разделю на две части. Так, пулю я покупать... Не, ну пулю все равно надо купить. Ладно, не буду покупать, все равно нам ствол дадут, а даже если не дадут... Слышу, пальба стоит. Предоставленную снайперскую винтовку. О, прекрасно. А, эту миссию я помню. Тут, короче, надо стрелять оленей. И снайпы, которые нам дадут. Но хитрость в том, что их надо будет найти. Они на карте не будут показаны. Но есть и плюс. Мы будем на вышке и, в принципе, найти их. Правда, потом бегать за их шкурами, но они нужны будут, так что придется побегать. Напомню эту миссию, короче. Так, ну вот, наша снайпа для этого подходит, плюс нам патронов дали. Убейте 5 животных. Их сначала найти надо. Логично. Их достаточно проблематично будет, хотя вот вижу я их. 2, 3, 4. Ну, пока 4, ну и то хлеб. Главное, цельтесь в бошке. Да, лень, стой. Есть один. Вижу еще одного. Ну, захватывай цель, умница. Правда, они от нас каждым разом будут убегать и убегать. Блин, глупо промазал, честно. Эх ты, сайгак. Хренов. Да, блин, ну вот сейчас как я мог так тупануть, а? А, хрен с ним, надо слазить, потому что иначе мы никогда тут их не помочим всех. Давайте зарядимся. Возьмем патрончиков. Ну, он на той стороне. И что хреново, я... Убейте, не помню, где мертвый лось этот лежит. Вообще, желательно сначала убить, снять шкуру, потом убивать следующего. Увы, это камни... Вот, одного я замочил. Я даже помню, где он лежит. Ну, ну ладно, сейчас-то... Сейчас-то где он? Это уж совсем, а тут дебилизм. Да, весело. Ну, он должен быть где-то тут, но... Я его реал не вижу. Лось, да тут успокой... Не, ну, по идее, надо тихо к ней подкрадываться. Вот, этого видно. Гадость. Но шкура оленя, да, они нам пригодятся. Так, вот отсюда можно осмотреться и попытаться найти шкурку. Хорошо, еще одного замочили. Так, давайте подкрадемся. Фак, вовремя. Подкат нам все испортил, но, в принципе... В принципе, мы справились, только где опять этот олень долбанный? Оленья морда. Не соизволите ли появиться на наших экранах? Не соизволит. Ну да и хрен с ним.
Тут у нас ящички есть. Так. Там, наверное, еще патроны остались, я так думаю. Ага, прекрасненько. Патроны всегда хорошо. Ну нет, я больше трупов не вижу, к сожалению. Пригодится чё? Казуар? Хотя, как по мне, индюк. Не, я думаю, бессмысленно искать их. Я имею в виду трупы этих оленей. Все, видите, они даже здесь пропали. Так, а навыки как? Нет. Дальше. Создание предметов нам разрешили что-то создать. Простой бумажник. А, шкура свиньи все-таки нужна. Ну да, вот ранцы для ракет мне прям просто критически необходимы. Ладно, пофигу. Что у нас дальше в планах? Это у нас «Помнить о прошлом», это я пока не буду. Это достаточно длительный квест, я, кажется, помню его там, связан он с пушками... Ну, с этими артиллерийскими пушками с времен японской там войны, по-моему. Блин, у меня часы сдохли. Ну что такое? Долбанная электроника. Ничего доверить нельзя. Все, они сдохли. Ну, если кому интересно. Ладно, давайте пиратов гасить. Так, 175 баксов. Но это очень дешево. О! Вот это точилка. Баги, вот, точно. А то я никак название вспомнить не могу. Помню, оно как-то интересно называлось. Мне просто делать нечего, надо как-то развлекаться. Так, ну мы, кстати, почти приехали. Сильно близко подъезжать не будем, ибо... Спалить нас могут. Вот я не знаю, загасить его или попытаться подкрасться. Вижу, капитан там ходит. Убит. Как бы не было сильно желания, не вздумайте встать. Привстанетесь и точно... Ну, если встанете, точно спалитесь. Так, вижу, вижу, вижу. Одного вижу. Он там, дальше. Он прям совсем близко. Ну иди сюда. Тебе понравится. Блин, а ну вот, сработало. Нет, сработало. Ну ты вообще Ну дальше вы сами поймете, я думаю. Нет, они, конечно, такие тупари, если честно. Реакции у них ни о чем. Так. Чувак на стуле сидел. Его обыщем. Труп надо стараться обшманывать все-таки. Это достаточно прибыльное дело. Да плюс боеприпасы халявные. Так, обыскал я тебя.
Где-то еще был, по-моему. Ага, во. Ну вот бумажник у нас полон, увы. Да и в принципе нафиг нам деньги. Сами видите, мы с одной снайпой прекрасно справляемся. Так, давайте-ка глянем, что мы имеем. Возможно, следующую серию, так как заданий мало останется, я это посвящу еще охоте на животных, но по своему усмотрению, то есть на определенные виды, чтобы открывать новые сумки. Посмотрим. Вот это задание я оставляю на завтра. Дальше вот это задание я, наверное, тоже оставлю на завтра. Где же тут Джульетта? Так, ну испытание ракьят может выполним. Ну а сегодня мы еще выполним, давайте, вот это вот задание на охоту. Только сначала надо бы все-таки купить патронов. Давай быстрее. Так, я, кстати, тут не показывал вам. Я, видите, заполнил все боеприпасы, ну, кроме винтовок. Это я для того сделал, чтобы место освободить, ну, деньги потратить, чтобы это, они не пропадали. Вот я сейчас опять так же делаю, окончательно полностью докуплю. Вот у нас теперь все боеприпасы всех видов. Так что теперь у нас ограничение только в том, что сумки надо новые сделать. Ну вот, надо барахло распродать, кстати, это у нас рюкзак уже битком. Ну вот видите, у нас уже опять куча денег. Белый, зеленый. Собаки, кошки. Ну ладно, нормально. Так, а что я хотел еще глянуть? Навыки давайте глянем. Да нет, я же навыки нажал, ты чё? Нет, пока нет. Жалко. Ну и чё у нас тут на кого? Пара медведей, оба-на. Мишки, мишки, мишки. Вот, мишки, это уже весело. Кстати, красиво сделано, вот эти вот водопады. Но аккуратнее, здесь могут быть крокодилы. Хотя, если тут водопад, но они могут это, в застойных водоемах сидеть, лежать. Не знаю, что угодно, хоть ныкаться. Смысл его уловили. Так, давай, Джейсон, беги быстрей. Сейчас нам там надо дробовик взять. Оставить нашу любимую снайпу, к сожалению, но... Надо как-то разнообразить геймплей, что ли. Заодно вот обшмонаем эти ящики. Да и к тому же на медведе, мне кажется, лучше с дробовиком идти. Патроны взяли. Ну, снайпа потом пропадет, но мы ее потом снова в магазине возьмем. Так, тут у нас лодка строящаяся. И ящичек. Два животных, то есть два медведя. Я, насколько помню, они в пещере какой-то были, или в углублении, я не знаю, как назвать. Он где-то здесь. Мишка. Вообще, я медведей люблю, но... В игре их сделали злыми и угрюмыми. Я про медведей. Но шкурки надо снять, да. Такая возможность. Вот тут у нас труп. Трупашник. Ага, Джейсон включил фонарик. У нас один патрон в запасе и, по-моему, 6 в магазине.
Нет, 7. Главное, не дайте ему подбежать. Если эта зараза подбежит, то жопа будет. Вот еще одна шкурка. Ну не лепота. И шкурка из слоновой кости. Так, ну все, вроде бы больше тут ничего такого интересного нету. Мишек мы замочили. Кстати, навыки. Навыки. Люблю развивать перса. Нет, не дали нам опыта. Увы. Так, что у нас тут? Новых заданий вроде бы нет. Ну и ладно тогда. На этом будем заканчивать часть. Всем спасибо за просмотр. Удачи, пока, подписываемся на мой канал. Так, ну давай грузить быстрее. Сейчас быстренько еще поторгуемся только. Для дробовика мне, вот. Ну, будем пока с дробовиком. Обвесы, может, какие можно поставить? Нет, обвесы нельзя поставить, ну ладно. Ну вот все, на этом мы заканчиваем нашу часть. Всем спасибо за просмотр. Еще раз. По традиции, как всегда, мы чаще сохраняемся. Ну и все. Всем пока и удачи.